Здравствуйте, это программа «Ваш гид в мире культуры, искусства и творчества». Меня зовут Анна Гончаренко, и каждую неделю я знакомлю вас с самыми крупными и актуальными событиями творческой среды, а также самыми яркими личностями искусства. Мы начинаем, не переключайтесь. Самое настоящее событие в мире стрит-арта. 20 июня в 19:00 пройдет выставка самого популярного уличного художника Найди Бэнкси. Это настоящий праздник для всех поклонников уличного искусства. 2 этажа граффити, картин, полноразмерных скульптур и, конечно же, девочка с шаром. Выставка пройдет в столице, на ВДНХ, в павильоне номер 21. Свыше 3000 зрителей, 100 деятелей искусства, 20 именитых коллективов и солистов из России и за границы. Все это фестиваль «Кантата», который завершился в Калининградской области. В этом году фестивальная программа связана со значимыми датами и событиями в российской и мировой культуре. Если в эти дни вдруг вы не побывали на острове Канта, не расстраивайтесь. Мы нашли записи на Рутуб. 15 по 18 июня в Карачаево-Черкесии состоялась выставка изделий народных художественных промыслов, посвященная столетию образования Республики Адыгея, а также году культурного наследия народов России. Прошла она в Государственном Карачаево-Черкесском историко-культурном музее-заповеднике имени Байчоровой. Зрители выставки познакомились и приобрели изделия ручной работы, золотошвейные изделия, традиционные костюмы адыгов, предметы домашней утвари, женские украшения и сувенирную продукцию. Недавно в столице Карачаево-Черкесии прошел премьерный спектакль повести Александра Грина «Алые паруса». В картину вдохнули новую жизнь и сделали из нее мюзикл. Такая интерпретация пришлась по душе зрителям и нам в том числе. Ну а теперь ваша очередь оценить труды актеров. Смотрим сюжет. В день своего 12-летия девочка получает от отца подарок – игрушечный кораблик с алыми парусами, который спустя многие годы ей еще встретится. Романтическую историю о соль, которая вопреки невзгодам и насмешкам верила в чудо, на сцене воплотилась Яд Кемова, которая, как она сама считает, вообще не должна была пройти отбор из-за неподходящего типажа внешности. А Сият уверена, что залог успеха на сцене – это полное единение с ролью. Образ очень романтичный, очень мечтательный, очень сказочный. И каждая девушка, которая мечтает именно о любви, не о деньгах, не о материальном, а только о духовном, всегда захочет стать Асоль. В реальной жизни я сама как Асоль. Я всегда мечтаю. А исполнитель роли капитана Грея отмечает, что после долгих репетиций две линии судьбы, его собственного и героя, сплетаются в одну. Бывает так, что после спектакля, когда я ухожу домой, то есть я забываю выйти из роли и продолжаю как бы жить свою обычную жизнь уже капитаном Греем. Знаменитая повесть Александра Грина была представлена на суд зрителей в адаптации драматурга Зураба Бимурзова и в постановке режиссера Анзора Ямкужева. Музыкальная составляющая современной песни, некоторые исполнены на кавказский манер, однозначно пришлась по вкусу зрителям. Гости погрузились в театральную атмосферу и по достоинству оценили старания актеров. В конце спектакля зал аплодировал стоя. Великолепно. Просто великолепно. Слов нет. Так неожиданно неделя эта закончилась, в смысле приятно. Прям как будто куда-то провалились в хорошее во что-то, именно в сказку, которая действительно с детства знаешь ее, и каждый раз думаешь, как же вот сейчас они покажут эту сказку. Очень понравился мне спектакль, очень трогательно, необычно музыкально, очень интересная постановка, и заняты очень творческие люди. В общем, самые положительные эмоции. Мне очень понравился спектакль, он был очень хороший, актеры были добрые, и сам спектакль очень был душевный. Чаще всего зрители отмечали, что подобные постановки заставляют задуматься и вспомнить давно забытые мечты. Главный посыл повести – помнить, что вера в мечту творит чудеса в наших жизнях. Анна Гончаренко, Ливан Дзадзамия, Архыз-24. Thank you.
перевоплощаться с каждой новой ролью, знать, что такое быть женой султана и бедной рабыней. Все это прямые обязанности актрисы кино и театра. Да, вот такая нескучная у них работа. А как еще успевать при этом писать сценарии, расскажет нам Асият Кемова. Встречаем ее у нас в студии. Ася, здравствуйте еще раз. Мы вас очень рады приветствовать в студии. Мы подготовили для вас очень интересные вопросы и с нетерпением ждем ответы. Готовы? Да, готовы. С Богом. Поехали. Начинаем. Мы знаем, что недавно прошла премьера спектакля «Алые паруса». Расскажите, пожалуйста, как вот актерский состав доволен своим выступлением, доволен своей работой, оправдались ли ожидания? Знаете, всегда девочка мечтает о принце. Хотя для меня такая несостыковка была с моей героиней. Асоль, которая мечтает, чтобы за ней приехал принц на корабле, не на белой лошади, а на корабле с парусами, с алыми, чтобы пришел принц, который может все ее проблемы решить. Ну, думаю, каждая девочка мечтает об этом. Но в наше время, когда девочка стала уже самостоятельной, независимой, когда она уже решает все свои проблемы сама, думаю, очень тяжело девушкам полагаться на мужское плечо. И в моменте забывают, что призвание девушки – это быть слабой, быть за спиной своего мужчины. Сложно было перестроиться, да? Да, для меня это очень сильно меня напрягало, скажем так, потому что я сама по себе не люблю ни на кого полагаться. Я рассчитываю только на себя, на свои силы. Если я не смогу, ну, не смогу, ну, и не буду просить. Максимум там попрошу там банку открыть, если сил именно физически не хватит. А то, что морально, все, что можно, это я сама сделаю. Итак, мне, как некоторые, наверное, зрители с нашей республики уже видели, мне досталась роль Асоли, главная героиня, которая мечтала о красивой, счастливой, беззаботной жизни, вырваться из такой, скажем так, бытовухи в прекрасную, творческую такую, скажем так, жизнь. Оправдались мои ожидания, когда зритель... Вначале мы думали, ну, слишком сказочная, такая слишком детская, не примут, ну, много сомнений было. Но когда зрители сидят, не только маленькие, но и взрослые, на последних словах нашей девочки, они вспоминают о своих мечтах, может, о своих упущенных возможностях. Ась, ну тогда расскажите, пожалуйста, нашим зрителям вообще, кто вы, чем занимаетесь, какие у вас есть хобби, увлечения. Расскажите про свой творческий путь. Ну, за себя я могу что угодно говорить и когда угодно. Давайте. И очень много. Я со школы, скажем так, пришла на концерт. Отчетный концерт был Дома культуры. Школьники выступали, показывали, что они за год научились. Танцевальные, хореографические, все музыкальные. Смотря на них, когда в конце уже люди встают, аплодируют, мне было 7. Я такая смотрю, думаю, а чем я хуже? Я тоже хочу, чтобы мне аплодировали. И с того времени, получается, со второго класса как раз девушка пришла к нам и говорит, вот, я набираю театральную группу, буду вести театральный кружок. Ну все, думаю, все, это мой час пробил. Решила поступить здесь, в Черкесск, в колледж, на актера. Но, к сожалению, в тот момент, в 2010 году, не было актерского... Ну, актерское отделение было, но педагога еще не было. И пришлось уже искать в других местах. И мне сказали, что есть хороший педагог в Адыгее, Адыгейский республиканский колледж искусств имени Тхабисимова. Педагог мой Сара Халидовна, очень требовательный педагог. Проучилась у нее, и по профессии я актер театра и кино. После уже переехав сюда обратно, это было в Краснодарском крае, переехав сюда в Карачаево-Черкесию, я решила все-таки уже все вернуться, окончательно, да, продолжить. Ну, не зря же я окончила, как бы диплом есть, как-никак. Надо уже все обратно идти в искусство, потому что душа уже требует культуры, требует искусства, требует творчества. И уже с 19 года начала работу в Черкесском драматическом театре имени Акова. И мне как-то, я не знаю, либо я такая, ладно, не буду слишком звездиться. Ну давай. Ну да. Ну, талант есть талант. И получила роль в Чехова спектакль «Предложение».
пьеса «Предложение», там сыграла. И после уже пошли такие роли, как в «Рассказы Шекшина», «Маменькин сынок», это уже авторское произведение. Это все, да, в стенах вот этого нашего театра, да? Да, нашего черкесского театра. Вот тогда такой вопрос. Часто, действительно, чтобы вжиться в образ, вжиться лучше в роль, актеры прибегают к различным манипуляциям. Либо они уединяются, настраиваясь, mm-hmm. либо они делают что-то свойственное только актеру, вот этому образу, точнее, героя. А вот вы как вживаетесь в роль? Какие вот у вас лайфхаки, секреты есть? Я за время работы, пока мы репетируем, я постоянно спрашиваю у режиссера, какой характер? Не просто, как он подействует так, а если у него такой характер, значит, у него уже есть, почему он так сделает, почему он так ответит, почему он так себя поведет. Может, у него он такой сильный характером, но стесняется, например, старших, не стесняется или уважает. Он как-то в каждой ситуации быстро делает все по-своему. У меня есть такая традиция. Перед каждой премьерой, перед каждым показом я приезжаю не накрашенные вообще, ни волосы, ничего, просто чистый волосы, чистый лист бумаги просто. Приезжаю и за время, 2 часа я просиживаю у зеркала. За это время я расслабляюсь, пока я крашусь, я просто отказываюсь от своего «я» и нарисовываю себе новый образ. И все, пока я не смою этот образ, пока я не уйду со сцены, я буду другим человеком. Наверное, ну, это интересно. Можно казаться, что все актеры шизофреники, потому да что нет, столько творческие да. люди, определенная действительно атмосфера, да? деятельность. В общем, вот так делаете, да, таким образом настраиваетесь, отказываясь от своего «я» и вживаясь да. в новую роль. Это хорошо помогает косметике. Я не знаю, что я буду делать тогда, когда скажут вообще не краситься, но я очень люблю менять образы на сцене. Что-нибудь придумайте в любом случае. Да. Хоть с прической, хоть с походкой, с мимикой, но что-то свое, я свое именно от образа я вложу. Угу. Ась, мы знаем, что вы играли в кино. Угу. Расскажите нам про вот этот ваш опыт. Что это было за кино, режиссеры? Нам очень интересно. Вот. Насколько я люблю сцену, насколько я люблю овации, аплодисменты, настолько я сильно не люблю камеры. Для меня это очень тяжело раскрепоститься перед камерой. Очень так, интересно. Как будто вот все на тебя смотрят, все внимание на тебя, хотя в зрительном зале, когда вот в зале 300 человек, они все на тебя смотрят, нет этого ощущения. А вот камеры, как будто весь мир на тебя смотрит. Это страшно. Вот, ну, а фобия как вам кажется? Какая. За первом году моей работы в театре был Шервани Мурдалов. Я у него снималась. Была такая эпизодическая роль, где девушка просто выходит с работы, за ней гонятся бандиты, скажем так, хулиганы уличные. И главный герой этого фильма, он спасает ее. Просто ее спасли. Это у нас что, мелодрама? Драма? Романтическое что-то? Такое... Про мелодрама, наверное. Это первый да. фильм, да? Да. Ваш? А уже второй, тоже в короткометражном фильме «Маска». Он такой больше, наверное, артхаусное такое. Не совсем понятно, наверное, обычному зрителю. Обычно вот короткометражные, они все такие, они своя атмосфера у них. Специфическая. Да, такое. И думаю, это прям не каждый зритель поймет. А другое, третье, тоже у Шервани. Это был Мишура. То же самое, также на себя приобрела такой образ для себя, жесткий, владелица боксерского клуба. Такая, я такая, такое нежное создание и клуб, бокс. Но сыграла. Получилось? Получилось. Я довольна. Замечательно. Расскажите, пожалуйста, играть в кино и играть в театре – это разные вещи? Да. Потому что театр, ты сегодня сыграл одно, завтра ты сыграл... Вот, у нас вот как «Алые паруса», у нас в день было были две премьеры. Один раз я и сыграла так, во второй раз я уже сыграла совсем по-другому. А в кино
ты один раз, ну, отрепетировала, да, перед камерой, перед началом съемок ты отрепетировала, все сделала. Камеры включаются, ты все, один раз записалась, ну, лучший кадр выбрали, все. И это уже заснятое в одной точке, запечатанное, просто запечатанная такая картинка, и все, ее больше не изменишь. А театр с каждым разом, оно постоянно меняется, с каждой игрой ты что-то новое вкладываешь, новое. Я думаю, для меня больше близко работа в театре, чем в кино. Ну а вот ощущение сцены, ощущение зрителей в зале, ну это, например, если мы говорим про театр, и, например, просто какая-то студия, да, в которой проходят съемки именно фильма. Вот ощущения именно во время съемок, как вы считаете, разные? Нет, сцена дает тебе вдохновение, сцена дает тебе уверенность, а когда ты сидишь в комнате и тебя снимают, как будто кто-то за тобой ходит и тебя снимает, и ты не можешь расслабиться. Думаешь, почему он со мной ходит? Да, я свое отрепетирую, потом это. Но если бы, я думаю, если бы фильм снимался бы на сцене, я бы расслабилась бы, я думаю. Тут, кстати, возможно, еще фобия камер, да, играет роль? Если камеры, человек они ходит. Меня напрягают. Насколько вы, в частности, и актеры, в принципе, суеверны, как вы считаете? Суеверие насчет сценария, насчет пьесы. Это непреложное правило в театре. Если у тебя твоя роль упадет, пьеса твоя упадет, обязательно надо сесть на пьесу мягким своим местом и, придерживая, поднять обязательно. В общем, суеверные. Очень. Насчет этого мы суеверные. Если, не дай бог, ты не сел как надо, не поднял, роль твоя провалится. А есть тогда роли, которые вы ни в коем случае не хотели бы играть? Вот ни в какую, ни за что не согласитесь. Вот я знаю, что, например, самоубийц многие актеры не играют. А другой лагерь говорит, наоборот, это к удаче. Ну, в общем, вот в вашем случае как? Так самоубийца ж нужно ж понять самоубийцу. Надо же понять его жизнь. Почему он к этому пришел, что его довело, это все пережить. А если у тебя к этому... Хотя я бы сыграла бы. Есть такие моменты в моей жизни. Я понимаю это. Самоубийц. В общем, вы не боитесь играть самоубийц, да? Это я вообще аргумент. Мечтаю сыграть психбольную. Интересное желание, интересно, вот правда. Прям настолько. Даже, думаю, одна на сцене. Чисто спектакль одного актера. На сцене я могу показывать эмоции свои, полностью раскрываясь, а в жизни я свои эмоции всегда прячу. Что касается даже женщины, они ж отличаются своей ревностью. Они ж могут сказать, вот, ну, где-то, туда-сюда, ну, скандалы могут устраивать. Это не моя тема. Все в себе? Все в себе, чтобы я показала свою ревность, опуститься до такого... ниже своего достоинства для меня. Тогда, получается, сцена для вас, знаете, способ выговориться, да? Да, да. Вы прям поняли мою мысль. Да. Часто приходится выговариваться на сцене? Какие ощущения потом? У нас вот постановка «Белла» была. В «Белле» я очень много своего вложила. И сам режиссер до этого также он очень сильно с нами... в психологическом плане работал отдельно, не просто по словам, по репликам, а именно психологически, скажем так, влюблял нас в роль, в образ, да? Да? Не в роль, не в образ, а именно в друг друга. Чтобы людям не казалось, что мы играем, чтобы он прочувствовал, так, какая у них любовь, вот, чтобы вот такое очень было. Да. Мудро. А вот расскажите в двух словах, очень стало интересно, как режиссер помогал влюбляться друг в друга, чтобы на сцене было видно, что это настоящее, а не игра. У нас, где мы репетировали в помещении, Печорин стоит на сцене, у нас было две Беллы. Это я, телесная оболочка, и вся внутренняя сущность черкесского народа делала уже моя напарница, тоже Белла, ну, по спектаклю. Она остановилась сзади него, не трогая, никаких прикосновений не было. Она просто проводила руками по его спине.
партнер, вы стоите друг другу к спиной, правильно? Она к нему, за его спиной стоит, я к нему навстречу с лестницы иду, он смотрит на меня, в этот момент я к нему навстречу иду, и моя вторая половинка за его спиной идет, и он же чувствует, получается, и спереди идет человек, и сзади ощущение, уже шестое чувство уже играет, и сзади него. Я с ним разговариваю, а моя душа от меня, она его как будто гладит. Но не прикасается. И когда вот без прикосновений, но вот это вот ожидание того, что сейчас к тебе человек прикоснется, ожидание, думаю, в этом и такой хороший смак есть. Смотря друг на друга, когда даже и сам мой партнер, когда не мог расслабиться, я просто его брала за руки, просто выдыхали и смотрели друг другу в глаза. Смотрели в глаза, улыбались, чувствовали тепло, руки, ощущение принятия у нас, мы принимали друг друга. Но цель какая? Найти контакт, правильно? Найти контакт. Ась, у нас есть одна рубрика интересная – «Блиц-опрос». Я думаю, вы знакомы с этим понятием. Я буду задавать вопросы быстро, вы на них должны быстро отвечать. Вопрос-ответ, вопрос-ответ. А отвечайте первое, что приходит в голову. Готовы? Итак, первый вопрос. Назовите три своих положительных качества. Доброе, ответственное, чуткое. Три негативных. Мстительное, злопамятное, упертое. Ух, какой набор! Нет. Самое большое достижение в вашей жизни? Я думаю, я к этому иду еще. Ну, тогда мечта? Ну, я свою мечту пока реализовала, одну из театр. К другим я еще иду. В общем, творческая реализация. Да. Угу. Скажите, если бы вы завтра могли утром проснуться и получить любую суперсилу, любую суперспособность, что бы это было? Умение внушать. Вы опасная. Умение внушать. Угу. А есть ли что-то, о чем вы давно мечтаете, хотели бы этим заняться, но пока это так и не сделали? И что это? Это очень сложно такое. Я многим чем хочу заниматься, я не могу одно из всех это выбрать. Я такая слишком разостроенная. Но на данный момент я хочу научиться шить. Назовите, пожалуйста, ваше самое дорогое воспоминание. Когда мне сказали, что мой сын здоров. Угу. Замечательное воспоминание. Сохранять его в памяти всегда. Над чем, над какой темой вы точно никогда не будете шутить? Над детьми. Угу. Над детьми в принципе? В принципе. Угу. От чего вы откажетесь ради любви? Я не думаю, что это есть любовь, если из-за любви нужно от чего-то отказываться. Ну, вопрос относительно с подвохом, я согласна. Да. В общем, ни от чего не будете отказываться. Любовь если и все любовь, остальное. Есть любовь, которую человек тебя принимает, он не будет говорить, отказывайся от этого. Человек тебя принимает таким, как ты есть. Там можно сказать, у тебя там есть такие недостатки, именно которые гробят твое здоровье. Вот это, от этого нужно отказываться, но никак не от своего «я». А если будет такой выбор перед вами стоять, например, карьера или любовь? Любовь или, там, например, жить в родном городе? Любовь или еще что-то? Ну вот, знаете, вот такие именно жизненные обстоятельства. Не когда выбор предъявляет человек, а когда жизнь. Но когда жизнь, да. Но когда, если жизнь, если нет другого варианта, бросить одно и переехать туда из-за семейных обстоятельств, именно моих семейных, тогда еще я подумаю. А вот ради человека, ради человека отказываться от того, что, чего я добилась, нет. Самый дорогой подарок от мужчины, по вашему мнению? Который у меня был или который я хочу? В принципе. Преданность. И надежность. Угу. Замечательный ответ. Последний вопрос для кавказских жителей. Хычин или шашлык? Все вместе. Я кушать люблю. И много, и вкусно. Я тоже. Плюс к этому еще и лимонад. Лимонад. Все. Выбирать вы не привыкли. Я не выбираю. Я беру сразу все. Замечательно, правда. Ась, большое вам спасибо еще раз, что вы к нам пришли. Было искренне очень приятно с вами общаться. Очень интересно. И надеюсь, что мы с вами еще как-нибудь обязательно увидимся. И мне тоже очень приятно. Так что приглашайте меня почаще.
Договорились. Я веселый гость. Договорились. Дорогие друзья, ну а сейчас мы с вами просмотрим мастер-класс, где наша гостья расскажет нам о правильной сценической постановке голоса и дыхания. Сейчас я покажу, как сделать так, чтобы женский голос звучал низко и бархатисто, чтобы люди прислушивались к тебе. Смотрите. Плечи держим на месте. Они стоят на месте. Берем воздух диафрагмой. На данный момент я разговариваю грудью, горлом, грудью. Выдыхаем диафрагмой. Выдыхаем диафрагмой. Диафрагма у нас находится на нижних ребрах. Выдыхаем. Попробуйте теперь сказать вот слово оттуда. Снизу. Мама. Нет, это высоко. Сюда. Воздух прямо вот сюда. Вниз, вниз, вниз отправляй. Выброси воздух, набери. Вот. Мама. Мама. Все это сюда идет. Угу. Давай еще раз. Голос прям направь и постарайся именно животом говорить. Не горлом, а животом. Почти. Еще раз выдохни. Мама. Угу. Когда у вас речевой аппарат уже с утра проснулся, позанимались гимнастикой, это получается губы. Это может смешно казаться, выглядеть, но постараемся разработать губы. Также языком, круговые движения. И также обратно. И можно язык высунуть далеко-далеко, потом обратно. А дальше уже дыхание. Дыхание мы берем. Это у нас называлось артикуляционная гимнастика, да. Правильно я понимаю? Да. Чтобы буквы, слова звучали четче и понятно. А теперь мы берем, я на данный момент дышу горлом, разговариваю горлом. Сейчас я буду направлять свое дыхание в диафрагму, чтобы голос стал ниже и бархатистее. Выдыхаем. Повторяем за мной. И набираем. И вот уже отсюда мы уже разговариваем красиво, звонко, и чтобы все нас слышали. Была разница? Была. Запомнили? Очень будем надеюсь. Повторять. Да, будем повторять. И вы тоже повторяйте за нами. Спасибо большое за мастер-класс, интересный. Будем стараться пробовать. Спасибо и вам. А теперь к предстоящим событиям. 21 июня в 19:00 в Черкесске в Доме актера состоится показ повести феерии Александра Грина «Алые паруса» в адаптации драматурга Зураба Бимурзова и в постановке режиссера Анзора Емкушева. Черкесский театр имени Акова покажет зрителям музыкальный спектакль на русском языке с множеством песен и красивой хореографии. Спектакль о непоколебимой вере и возвышенной мечте, о том, что каждый может сделать для близкого человека чудо. Не пропустите. 20 июля в 20:00 в Москве пройдет концерт одной из самых известных групп современности «Линкин Парк» в исполнении оркестра. Два часа бессмертных шедевров, которые определили целую эпоху. Камерная атмосфера единения и музыки погрузят каждого в невероятную красоту музыки группы «Линкин Парк». Событие, конечно же, не обойдется без топовых произведений. Также обещают порадовать и новыми аранжировками песен, которые ранее не исполнялись. Это была программа «Культурный экспресс». Надеюсь, вам было интересно. Всего доброго и увидимся ровно через неделю.